Всем привет! С вами Mary's English. Сегодня мы поговорим про выражение in spite of и despite. Это официально деловой вариант фразы «несмотря на». Обычно используется в официально деловом стиле, и слово despite, как правило, более официальное, чем выражение in spite of. Обратите внимание, что in spite of – это три отдельных слова, в то время как despite – это цельное слово, которое мы не разделяем. В чем же между ними различие? Despite обычно используется без предлога. После него сразу идет существительное или герундий, то есть глагол с окончанием ing, который выражает собой процесс. Например, despite the traffic accident, he managed to come on time. Или despite getting into a car accident, he managed to arrive on time. Несмотря на то, что он попал в аварию, он смог приехать вовремя. После комбинации in spite мы обязательно ставим предлог of и затем точно так же существительное либо герундий. Например, in spite of the bad weather, he didn't get wet. Или in spite of arriving late, he entered the conference room. Несмотря на то, что он опоздал, он зашел в конференц-зал. Также хочу отметить, что оба этих выражения, особенно despite, чаще употребляются на письме. На этом все. Спасибо за внимание. Have a nice day. See ya!